Нашу утреннюю встречу продолжает рубрика «По вашим письмам». И если у вас есть вопросы, которые требуют немедленного решения, отправляйте их нам на адрес электронной почты utrosobachka.refi.ru или присылайте сообщение на номер 2-633-300 для абонента «Утро». К нам пришел вопрос от Надежды. Она просит совета, как поступить в сложной ситуации. «Проживаю на улице Крисанова. У нас в подъезде есть неблагополучная квартира. Очень часто там собираются лица без определенного места жительства, которые принимают наркотики. Посиделки происходят в любое время суток, а то и затягиваются на долгий период времени. Из-за этой квартиры в подъезде ужасная вонь, в квартиры соседи бегут различные насекомые. По коммунальным платежам долг уже за несколько лет. Жители не раз обращались в управляющую компанию, в администрацию района, регулярно обращаются в участковый пункт полиции с просьбой решить проблему с собственником квартиры. Но никаких решений, а также внятных ответов по этой проблеме никто не дает. Подскажите, пожалуйста, как быть?» На этот вопрос нам ответила Татьяна Ивановна Марголина, уполномоченная по правам человека в Пермском крае. Думаю, что не все средства защиты еще исчерпаны, поэтому в данном случае, учитывая, что там есть риск распространения или употребления незаконного наркотических средств, принципиально важно поставить об этом в известность и обратиться с жалобой на подобные действия структуры наркоконтроля Пермского края, находящейся на территории этого района или города. Второе, если нет адекватной реакции на жалобы проживающих там людей, значит, надо обратиться в прокуратуру по месту жительства. Когда не реагируют те или иные государственные органы, конечно, есть ресурсы уполномоченного по правам человека, но в данном случае я думаю, что возможности защиты не исчерпаны. И, наконец, мы должны знать, что если собственник не выполняет свои обязанности по соблюдению прав и законных интересов рядом проживающих, то есть возможность при подтверждении этих фактов неоднократных, есть возможность обращения в администрацию о том, чтобы эта квартира была продана с торгов, и собственность, и стоимость ее за вычетом издержек судебных должна быть, это делается по суду, должна быть возвращена собственнику. Это крайняя мера. Но чтобы она не произошла, рекомендую обратиться еще и в наркоконтроль, и в прокуратуру.